Все мы в течение рабочей недели ждем с нетерпением выходных. Для того, чтобы насыщенно, интересно, а главное с пользой провести время. В репортаже моих коллег обзор самых важных и интересных мероприятий, которые предстоят в выходные. Здоровая Россия, сильная Россия. Под таким девизом 1 ноября в субботу в спорткомплексе «Лидер» состоится районный конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья». Зачет спартакиады в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства. Приходите, будет интересно. Окунуться не только в спортивную, но и в культурную жизнь слайнцы смогут в эти выходные. В рамках празднования Дня народного единства в кинотеатре «Кубань» пройдет «Ночь искусств». Этот необычный проект – продолжение популярнейших «Ночи музеев» и «Библионочи», акция, в рамках которой жителям предложат стать не просто зрителями, а полноправными участниками интересных мероприятий, будет проведена во всем крае. У киноманов тоже есть возможность хорошо провести время в эти выходные. Для юных жителей города в первой половине дня в субботу в кинотеатре «Кубань» покажут мультфильм «Пчелка Майя». Людям постарше можно будет посмотреть приключенческую комедию «Горько-2». Сеанс этого фильма начнется в 17:20. В воскресенье 2 ноября в картинной галерее состоится мастер-класс по квиллингу. Обмениваться опытом и раскрывать секреты и тонкости этого вида творчества приедут гости из краевой столицы. Обучиться декоративно-прикладному искусству может любой желающий. Начало мастер-класса в 10 часов утра. В понедельник 3 ноября двери картинной галереи также будут открыты в течение всего дня. Там будут проходить выставки картин. «Город, который нас объединяет» – это экспозиция работ учащихся школы искусств из поселка Октябрьского Красноармейского района. Иконы в истории города – символы духовного единства. От истоков к мастерству объединит мастеров декоративно-прикладного творчества с ограниченными возможностями здоровья. А в ГДК 1 ноября состоится церемония посвящения в Кружковцы творческих детей района под названием «Здравствуй, Центр». Посвящение будет проходить для детей, которые первый год обучаются в Центре развития творчества. Организаторы управления образования обещают очень интересную и насыщенную программу. Проведите эти выходные с пользой. Приходите, и вы не пожалеете. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».